Нашей академии нужен дискуссионный клуб. И сколько у вас будет членов? Двое. Я с ней. Я с ним. Она со мной. Я сама по себе, но мы вдвоем. Я уже забыл, какой клуб мы обсуждаем. Дискуссионный! Я тебя всей душой презираю. Хотите где-нибудь участвовать? Сначала научитесь друг с другом общаться. Я не согласен, что стоимость высшего образования оправдана преимуществами. И стоп! Забудь ты о ней. Твоя задача — поступить в Йельский университет. Попадете на чемпионат штата, и двери Гарварда для тебя открыты. В дискуссии вы лучшие в округе. Вам прямая дорога на чемпионат. Итак, все готовы? Мы с Беном не согласны, что стоимость высшего образования... Почему все так тараторят? Началось все с попытки набрать больше очков. Но ведь непонятно ни слова. Только тебе. А тебе? Никому непонятно. Мы не ладим. У нас разные стратегии. Нет. Разные методы работы. Нет. Ничего у нас с ним не получится. Разреши-ка. Мы же договорились. Речь о твоем будущем. Вы победите. Мы оба знаем, кто в этой команде главный. Лона это заслужила. Любая мать за своего ребенка горой рада была видеть Эми. Дочке твоей удачи. Удачи ей не нужна. Я привыкла все делать одна. А вместе готовиться мне это плохо дается. Не согласен. Ну, разумеется. Мы даже на эту тему будем спорить. Я всю жизнь тебя ненавидела, а все потому, что считала, будто ты меня тоже ненавидишь. Мы и детьми-то побыть не успели. Все время домашка, контрольный, дискуссии. Некоторые успешные люди поступили в колледж мечты, некоторые нет. Но все они отказывались сдаться. Не знаю, поможет это мне поступить или нет, но я хочу победить. Значит, будем играть. Банка конфет. 27 апреля.